Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Unskill. И сегодня мы будем делать вторую часть смешариков в нейросети. У нас остался Лосяш, у нас остался Бараш, у нас остался Пин, у нас остался Нюша. Мы никого в прошлой части толком не сделали, понимаете? Нам нужно наверстывать упущенные, и в этой части мы доделаем всех. Погнали! Окей, значит, переходим на наш любимый сайт Trey. Я осознал, как делать правильно, и сейчас мы сделаем все по красоте. У нас будет ровно похожие, у нас будут настоящие смешарики, понимаете, о чем я? Так, заходим, ищем Лосяш. Ну, первая картинка, не знаю, она всегда самая такая лаконичная, самая каноничная. Sphere form. Смотрите, сначала нужно ввести то, что более важно, типа... В прошлый раз я вводил какой-то Blue Rabbit, это было вообще неправильно, потому что он, типа, думал, ну, надо сначала нарисовать синего кролика, потом какие-то шары начал рисовать. Здесь же мы сразу напишем, что это сферические формы. Orange цвет, то есть оранжевый. Mousse, окей. Big eyes and big horns. Нажимаем на Create. Сейчас у нас будет, значит, самое лучшее, я вас уверяю. Сейчас будет 100% Лосяш, чекайте. Пацаны, это просто... Ой, ребят, сорян, я что-то не то опять сделал. Ладно. О, смотрите, ну, у тебя, блин, глаз, мне кажется, слишком большой. У него на все тело глаз. Ребят, я создал что-то ужасное. Ребят, простите меня. Давайте заново. Понял, мне кажется, я понял, почему это произошло, потому что я нажал на пиксель, а не поп-арт, который нам нужен был. Давайте сейчас поп-арт. Слушайте, а давайте пока генерируется наш Лосяш, попробуем нарисовать кого-нибудь другого в Telegram-боте. Допустим, это будет Бараш. Окей, у нас есть Бараш. Cartoon style. Так, да. Что это? У него и тут глаза, и этот глаз. Боже. О! Лосяш! Вот помните тот гамбургер, который был в серии, где они пришли в заброшенный отель? И вот, вот, если вот соединить их обоих, вот Лосяш и этого гамбургера, будет вот этого тич. Давайте нажмем на Evolve и посмотрим, что он нам предложит еще. Вы добавлены в очередь, ваша позиция 502. Ожидание составит 41 минуту. Так, ну, они особо сильно не все отличаются, но вот этот мне вот нравится на самом деле. Робот, это как будто Биби, да, это как будто реально какая-то голова железная. Правда, я не понимаю, что это зеленое, типа он, наверное, подразумевал это язык, а это вообще рот должен был быть. Прикольно, прикольно, на самом деле прикольно. Давайте лучше найдем нового бота на Telegram. Так, нифига, мы сразу получили свой результат. Опа-на! Не, ну Бараш прям возмужал, мне кажется. Прям стал таким реалистичным. Давайте еще раз. Ой-ой-ой. Ужас, кошмар, чел, ты что рисуешь? Давайте последний попробуем. О, нифига себе. Это какой-то логотипчик чисто. Какого-то киберспортивной команды какой-то, да. Улучшить фото целиком, тут есть всякие настройки. Ничего себе. Так. Он прислал мне какую-то фотку. А, она... Я понял. Этот бот повышает качество изображения. Смотрите, какой вот здесь был шикарный, да, мой вариант, который я ему скинул. И вот, что здесь. Прям, уф. Реально. Мне кажется, я буду использовать этого бота. Потому что у меня очень много фоток есть, которые нужно увеличить качество. Типа на превью, когда я делаю, допустим. Типа вот этот бот, он мне будет очень помогать в этой цели. Окей. Не зря мы делаем это видео. Окей. Так, Бараш у нас получился, я думаю. Давайте попробуем что-нибудь здесь создать. И давайте это будет Нюша. Потому что... Нюша, смешарики, потому что нафиг мне другие нужны. Мне нужны только Нюша и смешариков, чтобы нарисовать ее в нейросети от Midjourney. А, нет, я же друга не рисую. Нюша будет довольно сложно описать, потому что у нее тут много маленьких деталей. Pink pig with big eyes. Как будет косичка на английском? Пигтейл. А, пигтейл, типа, понял. Не, ну, конечно, глаза меня ее и смущают немножко. Почему они все черные такие? Но с другой стороны, ребята, это уже что-то куда более похоже на смешариков. Потому что тут хотя бы круглая форма есть. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, стрёмная фигня, нужно сразу пропускать. О, ну, конечно, это не Нюша, но тоже милая свинка, ну давайте еще раз. Я не понимаю, почему он не рисует красные волосы? Почему он не рисует ноги и руки нормально?
что я же вроде Аарон списал. Он рисует только ножки. Давайте последний раз и последний решающий раз. Как будет выглядеть наша Нюша? Окей, я понял. Это, знаете, это какая-то копилка для монет чисто. То ли это, чего мы ожидали. С другой стороны, у нас там вообще ощущение похож получился, и бараш. Окей, Нюша готова. Так, у нас остался последний на очереди. Это, конечно же, Пин. В прошлый раз у нас получилось Каркарыч, похоже на Пина. Сейчас я буду пытаться сделать настоящего Пина. И, не знаю, надеюсь, очень надеюсь, что у меня получится. Почему так долго? Типа, в прошлый раз не было так долго, алю. С каждым днем становится все больше людей, которые желают создать что-то с нейросетью. Не знаю, ребят, не знаю. Типа, даже сейчас 11 утра, понимаете? Я прошлый ролик записывал в час. Там, типа, людей куда больше проснутых было, разбуженных. Я понял прикол. Типа, по нашему времени это 11, а в Америке-то там сейчас 11 вечера. Там как раз сейчас разгар вот этих вот людей, которые используют нейросети. Вот почему. Опа, получилось что-то. Пин! Пин! Вот это мне очень нравится, на самом деле. Мы наконец-то нашли это. Наконец-то нашли. Не, нажмем Evolve и будем смотреть. О, нифига себе, как он быстро это сделал. Да, тут уже лучше. Ребята, это Пин! Я просто в шоке, посмотрите, какой он милашка. Пин в детстве и... Он на Северном полюсе, когда он был маленьким еще был. Офигеть, ребята. Ну, как сказать, на Северном, в Антарктиде. И вот это вот самое кайфовое, что у нас сегодня получилось. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий. Типа, можете написать, кто больше всего вам понравился из тех, кого мы сегодня сгенерировали. И с вами был я, Unskill. Увидимся в следующем видео и гудбайо! Смотрите, какой у меня появился контроллер. Я его получил только вчера, и я этому так рад. Я не могу не нарадоваться этому, потому что это настоящий, типа, он более качественный контроллер, чем тот, что у меня был. У меня был за 250 рублей какая-то дешманская прошман. А сейчас вот какой красивый, значит, только широко. Не работает. Красивый, значит, пацанчик сейчас.